Уважаемый жених и невеста, любовь — это солнце, которое живет в сердце всегда. Любовь — это талант, самый большой на свете. Любовь — это награда. Судьба преподнесла вам бесценный подарок – встречу с человеком, который станет для вас близким и верным спутником на жизненном пути, с которым вы создадите свой мир, полный тепла, уюта и доверия. Вы любите и любимы, а это самое главное, что нужно для счастья и для создания семьи. Перед государственной регистрацией брака прошу вас ответить, является ли ваше желание стать супругами свободным и искренним. Прошу вас ответить, жених. Да. Ваш ответ, невеста. Да. Ваше взаимное согласие дает мне право зарегистрировать брак. Я приглашаю вас поставить подписи в записи акта о заключении брака. С давних пор существует прекрасная традиция – в день бракосочетания дарить обручальные кольца, как символ любви и верности. Наденьте кольца друг другу, и пусть их блеск всегда напоминает вам о сегодняшнем дне. В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, 2 августа 2014 года в Левобережном отделе ЗАГС города Москвы ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга. Call all the names now. No one's gonna do it.